Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы подробно расскажем вам про уход за американским кокер-спаниелем. Дружелюбные, обаятельные, послушные и легко обучаемые. Именно такими словами можно описать американских кокер-спаниелей. Эти собаки идеальные питомцы. Они общительны и преданы. Для них не составляет труда найти общий язык с другими животными или с детьми. Какой же уход нужен представителям породы? Сложно ли содержать дома американского кокер-спаниеля? Давайте подробнее рассмотрим основные особенности ухода за этими собаками. Тщательный уход за шерстью – первая особенность содержания американского кокер-спаниеля. Представителей породы необходимо ежедневно расчесывать специальной щеткой. Купать этих собак рекомендуется один раз в две недели. Кроме этого, важно регулярно водить американского кокер-спаниеля на груминг. Особое внимание при уходе за американским кокер-спаниелем следует уделять глазам питомца. Их нужно регулярно осматривать на предмет загрязнений и при необходимости чистить специальным лосьоном. Такой уход помогает предотвратить различные глазные инфекции. Уши – еще один орган американских кокер-спаниелей, требующий повышенного внимания. Раз в неделю их необходимо чистить специальным средством, чтобы не допустить воспаления из-за скопления серы или паразитов. Также важно протирать кончики ушей питомца после прогулки и приема им пищи. Из-за своей длины уши американского кокер-спаниеля во время этих процессов очень легко и быстро загрязняются. Американские кокер-спаниели – активные собаки. Чтобы поддерживать представителя породы в хорошей физической форме, необходимо гулять с ним по часу минимум два раза в день. Важно включать в программу выгулов элементы игр и дрессировки. Для поддержания хорошего психологического самочувствия американским кокер-спаниелям необходимы регулярные умственные нагрузки. Американские кокер-спаниели обладают хорошим аппетитом и из-за этого склонны к набору лишнего веса. Питание представителей породы должно быть сбалансированным и строго нормированным. Из натурального корма американским кокер-спаниелям больше всего придется по вкусу курица, рис, гречка, филе рыбы и кефир. Мы перечислили основные особенности ухода за американскими кокер-спаниелями. Содержание этих собак не представляет особых сложностей, однако требует соблюдения некоторых нюансов. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!